В этом году к пакету документов, необходимых для путешествия за границу, добавилась еще одна справка – отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Понадобится он и отдыхающим, решившим оздоровиться в санаториях Краснодарского края. Главная задача анализа – узнать, болеет ли пациент коронавирусом, чтобы врач как можно скорее назначил эффективную схему лечения. ПЦР-тест на выявление COVID-19 назначается всем лицам, подозрительным на COVID-19 с признаками острой респираторной инфекции. Сделать ПЦР-тест можно в медицинском центре «Альфа». Подготовка к анализу простая. За день до сдачи необходимо отказаться от алкоголя, не использовать дезинфицирующие растворы и антисептические таблетки местного применения за 4 часа и воздержаться от приема пищи и курения в течение 2 часов до процедуры. На базе нашего центра проводится забор ПЦР на COVID. Есть 2 вида. Анализ экспресс-методом, который изготавливается на следующий день после сдачи. Стоит он 1900 до конца года. Ранее был 2600. Есть 2-й вид, который будет готов в течение 1-2 дней. Стоит 1200, ранее стоил 1700. Те люди, которые болеют ОРВИ или находятся на карантине, у нас есть выезд на дом медсестры. Медсестра приезжает домой, берет анализы, и, соответственно, пациенты получают их на почту, не выходя из дома. Помимо теста на COVID-19 в медцентре «Альфа» можно узнать свой титр антител, если вы переболели коронавирусом или прошли вакцинацию. Согласно временным методическим рекомендациям, через 4 недели после вакцинации рекомендовано посмотреть на наличие антител иммуноглобулина G, и по их напряженности уже можно судить об наличии антииммунитета к COVID-19. А дальше просто надо в динамике определять этот титр антител и смотреть, насколько действует защита организма. Проверить титр антител, а также сделать ПЦР-тест можно в клинике «Альфа-Проф» по адресу улица Парковая, 61, корпус 1. Телефон 8 800 511 73 21. Если пациент указал в бланке свою электронную почту, результаты будут отправлены на e-mail. Или же их можно получить в самом медицинском центре. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.